Всем привет, меня Гуга 2211.10, и сегодня мы будем опять играть в этот GTA San Andreas. Там была одна миссия, которую я не хотел проходить в прошлой части, поэтому я ее сейчас пройду. Немного потише. Нормально. Так, миссия у нас будет у этого, у OG Лока. Только я не знаю, где он. Вот он. Он здесь вот, OG Лок. Я до него сейчас доеду и обратно включу запись. Ребята, я доехал. Это было весьма быстро. Ну все, идем на метку. В общем, я решил выполнить миссию у Big Smoke, потому что у OG Lock не получилось, к сожалению. Бегущий пес. О, полицейские. Не предаст. Молодец, Big Smoke. Ну, так, отвезите паровозную стрелку, если нужно оружие, зайти к этому оружию. У меня есть даже... Как этим оружием руководить? Так, поехали тогда на ту перестрелку. Фак. Ну вот мы и доехали. Ну, кузина есть. Сейчас будет разгончик. И по головушке. Окей, только сбит я не буду ездить. Идти, бегать, точнее. Давай его догоним. Но долго он там перелезать будет. Все, гони, 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 чувак. Давай! А что он делает? Тендеро. Кто меня стреляет? Кто меня стреляет? Ой, точно! Я ж могу машину использовать. Фак. Сейчас дам что-то. Это не понадобится.
Где он там? Вот, на дорогу все выйдет. Осталось его только там встретить. Фак, нахера я вышел? Нет. Давай, давай, переворачивай тачку. Да. Нет. Каброн. Ой. Да нахера тут за этим гонишься? Чё за хер? Чё за херня тут творится? О, господи! Это да. Пора валить отсюда, чуваки. Нет, он сейчас взорвётся! Вот он, пендехо. Пендехо. Давай, 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 давай. У него машина уже полудохлая, я ее обязан развалить просто. Главное свою не помять, пока я тут пытаюсь выехать из этих жителей. Так, давай, давай. Нет, он уже далеко, чуваки, я его не догоню. Я уже вижу, что он даль уехал. Все, он сдох. Отлично. О, соберем с него денежки. Ну все. Все отлично. Осталось только машину взять, пока меня не грохнули тут. И погнали опять к Big Smoke. Думаю, что у нас тут? Big Smoke. Да, к Big Smoke. Погнали. Блин, мы баллы украли машину. Скорее, скорее, скорее. Ладно. О, The Big Smoke. Ну, давайте ставим на метку и начинаем миссию. По ту сторону закона. Hey, Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. That's right, Carl. I got my eye on you. What was that all about, babe? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose and everything. Can't shit without Tenpenny taking it. Hell with it. Tenpenny, Шоша или Моса. Станция Unity. Followers. Блин, не смог задрифтить. Я знаю, что это кнопка для дрифта. Вот это. Типа крутой дрифт. О, как раз та станция Unity. Это что ли? Это как его, вокзал? Сан-Фьерро? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SA. Shit, you got me. That look like them. Motherfucker's clock. We gotta get those. Что это за цепи, вагусы?
Мотоцикл. Блин, опять мотоцикл. Ненавижу на нем ехать. После миссии с Фредди я уже начал его ненавидеть потихоньку. Стреляй. Опа, одного уже из вас грохнули вроде. Давай. Блин, остаю. Блин, ты машина! Ай! Ух! Ничего не подгорелся. Да их там двое осталось, отлично. Давай. Двое же? Да, двое. Отлично. Блин. Поезд. Ничего, мы вас догоним. О, сдох. Подыхай. Давай. Давай, стреляй в него, стреляй. Дай ему сдохнуть нормально. Фак, я... Да, блин, он забрался. Направо. Ничего, мы вас догоним, придурки. Их всего двое осталось. Ничего, это... Жизнь без... Сейчас гоним на полную, мне все равно, врежься или нет. Надо сейчас на полную гнать. Давай. Их там двое осталось. Я, наверное, сейчас миссию провалю. Во, да-да, последний, стреляй! Смог! Давай, он сейчас сдохнет. Давай, красава, молодец. Смог, ты лучший. С первого раза прошел эту миссию. Фух, поехали домой, отвезем Смока. Может, срежем как-нибудь? Хотя, да, можно и срезать. Я могу ехать так вот и срезаем туда. Блин, срезать не получится. Тут же это криво все. Блин, ну правда не получится. Здесь горы огромные. Ну, ничего страшного, мы еще срежем. Мне кажется, я зря это делаю. Потому что мы, наверное, сейчас в жопу миру какую-нибудь попадем. В этом лесу вообще никогда не был. О, да, я вижу Лос-Сантос. Фух, мы живы. Я думал, сейчас сдохнем. Так, ну вот мы и у дома этого с Биг Смоуком. Вы выполнили миссию. Все, миссия пройдена. Отлично. Ну что, возьмем. О, еще одна миссия у Биг Смоука. Интересно. Просто бизнес. Фанечка. Ну все, едем в деловой район. Не знаю, зачем ему туда. Ну окей, еще глянем. Дрифт. Знаете, я тут на мотоцикле покатался, и мне кажется, на нем вообще круто бояться. Русские? Офигеть, тут что, русские есть? Это что-то интересное, чуваки. Интересно, что будет с русскими. Русские мафиози. Русская мафия. Я что, сейчас буду с русской мафией сражаться?
Интригует. Ну, там, походу, пипец происходит. Да еще какой, это, походу, русская мафия. Получайте, мафиози. О, деньги, 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 деньги. Деньжата я люблю, давайте мы схапаем их. Ну шо, где они там еще? Этот? Провалить отсюда, да, согласен. Еще как надо валить. О, ё-моё. Смоук, держись, я постараюсь тебя защитить. У Смоука не так мало жизни, и это хорошо. Блин. Этот задох, берем деньги. Вот. У меня уже косарь. Косарь долларов. Сел. Опачки. Эпично. Давайте сейчас домой едем к смолку. Ой, блин, а ты еще не все за нами это. Мафия помнится. Эпично. Этим придурком стреляет. Ой! Получай. А этого невозможно, получается, убить, да? Все, он уехал. Вот еще одни, где-то здесь, где-то здесь. Вот они, вот они, вот они. Давай ты. Почему они тут попасть не могу, я же стреляю. Вы же видели, я прямо в них целился. Как-то странно. Пипец. Прямо как терминаторы. Чуваки, круто, эпично. Да где, где, где? Вот он, грузовик. Ну, на грузовик у меня нету времени, надо этих мотоциклистов русских разбивать. Фак, 5%, ну ладно, мне хватит. Вот, да-да-да. Остался только этот грузовик, я вижу. А нет, там еще кто-то. Сзади, 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 сзади. Машины? Это эпично. Я даже не знаю, что еще сказать. Это реально круто. Давай, давай, поджигаем машину. Вау. Такого эпика я еще не видал. Ну что, давай, сможем эту машину поджечь? Так же, как мы эту подожгли. Не, надо в тех мотоциклистов. Ой! Фак-фак-фак. Остались последние. Вау! Yes! Вот это прикольно было. Где они там еще? Черт, у нас мотоцикл скоро рухнет. Вы посмотрите, сколько у него жизней. У меня язык заплетается, я не знаю, что говорить, столько эпика, вообще все напряженно. Опа, по этим ящикам. Мы чуть не подорвались.
Чуваки, это было реально круто. Мне зашло это все. Так, столько эпика. Сердце бьется, у меня телефон. Ну, то есть руки трясутся, и телефон тоже трясется одновременно. Поэтому я не знаю, что сказать. Это круто очень было. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Гога 221110. И всем пока.